Когда мы с вами проходим в центральный зал нашей выставки, оказываемся в белом зале, мы попадаем практически в театральное пространство. Дизайн этого зала специально сделан так, что создается ощущение, что мы попали в театр. Сначала полутьма, из этой полутьмы выступают костюмы, одетые на манекены, как театральные актеры, вышедшие на сцену. В то же самое время в этом же зале мы видим театральный занавес, созданный для театра Комиссаржевской в Петербурге в 1906 году. С другой стороны картина «Древний ужас» с тоже довольно театрально поставленной и изображенной сценой гибели древней цивилизации и рождения новой. А на стенах мы видим эскизы ко множеству спектаклей, оформленных Львом Самойловичем Бакстом в разные годы. От драматического спектакля «Ипполит» 1902 года до последних его работ, до спектакля «Федра» 1923 года. Надо сказать, что Бакст, полностью погрузившись в театр, он театр преобразил, он его реформировал. Уже в первых спектаклях, которые оформлял Лев Самойлович Бакст, в Петербурге это и спектакли для театра Комиссаржевской, и Мариинского, и Александринского театров. Мы видим, что Бакст освобождает, допустим, артистов балета от балетной пачки, от корсета, от пуантов. Он разрешает балетным артистам, артистам балета, танцевать в свободной одежде. Он их раскрепощает, он им разрешает танцевать босиком. Иногда он сам расписывает их костюмы, как это мы видели в костюме Нежинского. А иногда он даже расписывает тела артистов балета. И мы это увидим на эскизах. Этой работе в занавесе «Элизиум» довольно много античных реминисценций, отсылок к античной мифологии. И здесь мы видим несколько любимых живописных приемов Льва Бакста. Во-первых, это большие вазы с растениями, с зелеными и красными листьями, которые в то же самое время мы можем увидеть на нескольких работах, выставленных в этом же зале. Допустим, рядом выставлена графическая работа, которая называется «Ваза». И центральным в этой работе является изображение вазы с такими же зелеными и красными листьями, написанное в трагическое и в очень тяжелое для Бакста время. Дело в том, что в самом начале 900-х годов Бакст женился на Любови Павловне Гриценко, вдове художника Гриценко и дочери Павла Михайловича Третьякова. К сожалению, этот брак продлился всего несколько лет. Через 7 лет они расстались. Однако Бакст продолжал любить свою жену в течение всей жизни. И на графической работе «Ваза», по сторонам от вазы, мы видим изображение Бакста и его жены, которые идут в разные стороны. Та же самая тема отчасти появляется даже и в занавесе «Элизиум» для театра Комиссаржевской. Через год после создания этого занавеса, в 1907 году, Бакст вместе с Серовым решает уехать в Грецию. Эта большая картина получала премии, и после того, как Бакст выставил ее в 1908 году
на одной из выставок он снискал славу даже среди художников и коллег по художественному цеху, поскольку в этой картине он очень удачно, очень искусно соединил тему жизни и смерти, умирание одной цивилизации и рождение новой. А если мы посмотрим на эту картину, мы увидим здесь и пейзаж Микен, и Афинский Акрополь, и какие-то еще античные постройки, которые Бахст увидел в Греции. А соединив все это в одной картине, он придает изображению античной архитектуры символическое изображение всего античного мира, который уходит под воду, гибнет, как уходящая цивилизация. Но при этом на первом плане в центре картины мы видим фигуру Коры. Архаическая Кора с голубем в руках. Это изображение Афродиты. Голубь – это символ Афродиты. А Афродита в греческой мифологии – символ жизни. И Бахст в этой картине играет как раз на теме жизни и смерти. Умирание и новая жизнь, рождение новой цивилизации, умирание старой. Эта картина была написана в тот же самый сложный жизненный период для Бахста, когда он переживал вот этот сложный, очень тяжелый разлад в семье. Однако тема античности – красной нитью прошла через все творчество Льва Самойловича Бахста. От буквально первых его шагов в театре с 1901-1902 буквально года и практически до конца его жизни.